опасности разрушения плотин потенциально угрожает только областям, находящимся ниже по течению. Их катастрофическое затопление может привести к массовой гибели людей, прекращению судоходства и работы объектов экономики. Населению, проживающему в непосредственной близости от гидродинамически опасных объектов, необходимо заранее знать систему предупреждения об авариях, несколько маршрутов эвакуации на возвышенные участки местности и где разместить семью в случае аварии и затопления территории, что взять с собой при эвакуации. При оповещении об аварии и распоряжении об эвакуации. Отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи. Запасите пищу и воду в герметичной таре. Укрепите, забейте окна, двери нижних этажей. Идите на сборный эвакуационный пункт. Возьмите необходимые вещи и документы. Перенесите на верхние этажи ценные вещи. При непосредственной угрозе разрушения плотины необходимо эвакуироваться на возвышенный участок местности, оставаться там до спада воды или сообщения, что опасность миновала. Наиболее безопасны при затоплении верхние этажи зданий, чердаки и крыши домов, верхние ярусы прочных сооружений, высокие деревья, возвышенности рельефа местности. После спада воды остерегайтесь оборванных и провисших проводов и немедленно сообщайте о них, а также о разрушении канализационных или водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Не употребляйте в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Проверьте всю питьевую воду перед употреблением. Колодцы с питьевой водой следует осушить, то есть выкачать из них воду. Прежде чем войти в здание, осмотрите повреждения и убедитесь, что нет опасности, а войдя в него, проветрите помещение.